остросюжетный художественный фильм «Все реки текут». В нашем варианте текет или течет канализационная река в городе Лисичанске. Сегодня 4 апреля 2020 года. Находимся возле офиса ТРК «Лик ТВ» и спецстроя и показываем всю эту длину текущей речки из фекалий в городе Лисичанске до Гургаза. В должность 1 апреля заступила директором Лисичанского водоканала Наталья Ивановна Кравченко. Вот теперь все претензии в адрес этой мадам можно всем адресовать. Все, что в городе теперь с водоканалом происходить будет, порывы, неполадки, за все отвечает Кравченко. Но не только она, а тот, кто поставил Кравченко на эту должность. А это городской голова Лисичанска Шилин Сергей Иванович. Вот теперь такая навозная река или канализационная река течет в Лисичанске уже второй день. И никому до этого нет дела. Сколько жителей Лисичанска показывают подобных фото и видео. Но похоже, системно решать проблему водоканала никто не собирается. Подходим ближе к Гургазу, чтобы показать масштаб навозной, вернее, канализационной реки, ручья. Вот вам, узнаете ваш любимый Гургаз, житель Лисичанска, руководимый Сергеем Горобцом. И показываем масштаб еще раз этой канализационной реки потопа. И все это вот уходит туда. Читайте, смотрите интернет-издание «Зараз.Инфо».